Доброе утро! Приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? В конце расклада я возьму карту совета для вас и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас в начале месяца – это карта шута. Обновление, обнуление, начинание с чистого листа, даже через каких-то пропасти, какие-то, знаете, может, по юности. Но у вас идет вот именно в начале месяца как обновление. Как что-то у вас или происходит, да, по-новому. Давайте посмотрим следующая карта и будем понять, что, да, что происходит, да, что это касается. Это восьмерка кубков. Знаете, как те, которым каких-то расставаний, разводы, здесь почему-то показывают, что у вас происходит отпускание своего прошлого. Прошлого воспоминаний, прошлых людей, прошлых отношений, работы. Но это касается то, что вы закрываете какой-то старый период вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас, что это касается. Следующая карта, карта Сева. Знаете, как-то одинокие мужчины и женщины, рыбы, да, здесь было такое, знаете, вы очень долго боролись сам с собой. Да, здесь была карта, когда вы эмоциональные были, когда вы реагировали, может быть, на какие-то конфликты, выяснения. Но почему-то показывает, что вы уже устали, вы хотите все это отпустить и дать себе возможности новые. Да, понимать, что все-таки лучше сохранить свои возможности и силы, чем потратить на прошлое. Но хочу сказать еще, мужчины и женщины рыбы, да, здесь есть у вас поддержка от высших сил, да, высшие силы как-то почему-то здесь показывают, что в начале месяца они вас поддерживают. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это королева Пентакли. Женщины, рыбы, обращайте внимание на ваше здоровье. Это может касаться спина, почки, женская репродуктивная система. Но то, что по здоровью нужно обращать внимание, это однозначно. Мужчины, если рядом с вами такая женщина есть, то здесь почему-то показывает, что у вас какая-то ситуация с прошлого повторяется. Да? Здесь что-то у вас заново происходит. Женщины одинокие, да, рыб, то вы находитесь на своем троне, но почему-то у вас есть какие-то здесь страхи по поводу прошлого, да, и почему-то у вас мысли, что высшие силы может, да, за какое-то прошлое вас наказать. Давайте посмотрим следующая карта. Карта тройка пентаклей. А тройка пентаклей показывает, что вот в август, в середине вам для того, чтобы вы более быстрее приходили в себя, обновили себя, дали себе новые возможности, то вы должны чем-то дополнительно заниматься, дать себе возможность чем-то, какой-то, может быть, какое-то обучение пройти, как-то повышать свою квалификацию. Вам это поможет, да, восстанавливать себя. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта для вас на середину. Это карта башни. Карта башни разрушения ваших стереотипов, ваших каких-то страданий, ситуаций, переживаний. Да? Здесь почему-то, знаете, я хочу сказать, больше для женщин какое-то наказание, высшей силы, как будто будет наказание, да, но это наказание почему-то, знаете, будет по финансам. Будет наказание по стабильности, что-то будет касаться это вашего стабильности, да, может быть и здоровье, может касаться и ваше, это тоже ваш фундамент, да, здоровье это тоже ваше, да, но это как наказание за то, что вы содеяли, да, в прошлом, за свое какое-то прошлое. Здесь, но одинокие мужчины и женщины, которые это не касается, да, даже сказать по поводу какого-то бумеранга, то здесь какие-то нужно быть вот сами, да, брать какой-то ответственность и разрушить, может, какие-то ваши страхи, переживания, боли, да, разочарования.
Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — карта дьявола. Дьявол, искушение, зависимость, обман, хитрость. Да, здесь будет, да, почему-то вы не все, да, это не для всех, мои дорогие, но почему-то как будто дьявол вас сопровождает, да, он как будто, да, от вас не отходит, да, и как будто будет в конце месяца мужчины и женщины будут какие-то искушения. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта для вас на конец месяца. Карта Верховный Жрец. Подавление воли. Какая-то нету уверенность, какая-то сомнение, какие-то боли у вас будет происходить вот в конце месяца августа. Здесь может как будто здесь для тех людей, да, обращаться, да, к той вере, которой вы верите, да, какие-то молитвы, какие-то вот, может быть, какую-то свечку, да, для того, чтобы себя восстановили, потому что здесь как вот, знаете, как вот время какой-то бумеранг получить. Мои дорогие, да, женщины, мужчины, рыбы, это не для всех, конечно, это общий расклад, но для некоторых здесь это как предупреждение, что пришло время за содеянное в прошлом, да, вот как получить, да, на сегодня, на, ну вот как-то у вас в август месяц уже это приближается, да, отвечаю. Давайте посмотрим карту совета, что вам высшие силы советуют вам. Это королева мечей. Королева мечей, да, относиться на протяжении всего месяца не эмоционально, не переживать, а более хладнокровно. Знаете, понимать для вас все плюсы, минусы, что вообще происходит в вашей жизни. Да, с кем вы общаетесь, какие отношения, да, с какими друзьями вы дружите, да, вообще, в принципе, расчистить свой путь, освобождаться, очищаться, дать новой себе какую-то энергию. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.